have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Смотрите, какую штуку я нашел в нашем офисе. Я думаю, если их зажечь, да, нам откроется проход в эту часть. Во-первых, это еще 100 хпшечки, как, ой, экспишечки. 722, между прочим, мы подбираемся к новому уровню. Отличнейше. Также у нас есть запись, которая говорит, похоже на старый ежедневник жнеца. Мой коллега не вернулся с обычного задания. Так вот, я пытался пройти через его врата, чтобы убедиться, что все в порядке, но они были запечатаны, очевидно, по приказу сверху. Отправил запросы в главный офис, но они заверили меня в том, что это была обычная процедура и дело закрыто. Все еще нет известий от коллеги. В последний раз за обедом он рассказал, что его назначили помощником в исследованиях одной могущественной ведьмы. Сначала он выглядел беспокойно, потом рассказал, что она оказалась очень милой пожилой дамой. Интересно, есть ли какая-то связь между ней и закрытым делом? Надеюсь, с ним все в порядке. Я думаю, что мы нашли этого твоего другалька. Дверь. Макет древних врат жнецов. Врата не работают, скорее всего, их создали давным-давно как прообраз врат. Вот мы нашли еще одну вещь, еще одну запись. Это мы, пожалуй, могли бы открыть еще раньше, потому что это огонь. Огонь у нас появился довольно давно. Но вот, походив и увидев это только сейчас, ну, лучше поздно, чем никогда, правильно? А это что у нас за место? Я тут был? По-моему, здесь мы взрывали, да, чтобы пройти... Да, да, в этом месте мы уже с вами были. Все равно, знаете, вот в нашем офисе есть очень много еще таких мест, куда можно бы сходить. Кстати, там этот портрет смотрителя, самый лучший в мире босс. Здесь был сундук? Да, да. Все, я понял, хорошо. Я вот... Оп! Это фиалка. Тоже можно хп-шки терять. Но это да, это мы уже с вами знаем. Думаю, можно теперь, кстати, сходить в это, к матросу. Там тоже были стены, которые можно повзрывать. Нужно бы душу отнести. Можно сделать еще кучу всего. Нас ждут великие дела. К матросу... Нет, вот сюда, да. Давайте посмотрим, что у него там. У этого, у лобстера, в смысле, который кальмар, матрос на мели. Чего его там поднамели? Оу. Старая маска слуги. А, слуга, кстати, да, которого мы спасли. Похоже, этот слуга обрел нового господина. Ну-ка. Во-первых, макет древних врат. От первых врат, этот вариант технологии врат оказался малоэффективен. Для его работы требовалось слишком много душ. Позднее его заменили на более современные версии, которые используются по сей день. Старая маска. Маска похожа на короля лягушек. Многие слуги в этих краях не слишком разумны. Они мечтают обрести повелителя, который наделит их жизнь смыслом. Свою верность они выражают с помощью ношения масок, напоминающих их повелителя. Такая связь между слугой и господином настолько нерушима, что даже походит на подобие культа. То есть, не надо. Смотрите, он маску ворона теперь одел. Clever too much. Привет, птичка. Я иду далеко и долго, видел много всего. Мир вокруг очень красиво. Мир радости, любовь. Жвачка, май. Все, что слуга хотеть. То есть, я вам напоминаю, что они-то этими вратами пользоваться не могут. Он сюда пешим пришел. А что-то еще может быть... Немного знать, он хранит страшная тайна, но слуга видеть сразу же. Джеффсон не быть настоящий шеф-повар, но слуга все равно. Суп вкуснятина. Я знаю, что Джефферсон это мертвый моряк. Расскажи мне об этом, дружище. Я это прекрасно знаю. Так, вот этого у меня еще нету. Я думаю, это будет следующая обилочка, которую мы получим. Следующая и, скорее всего, последняя.
судя по нашему скиллу вот здесь. Так, Барбара Бард. Хорошо, хоть не Стрейзен. Приветствую, искатель. Не расскажешь, что интересного произошло с тобой за время путешествия? Может, у тебя есть история, которую я могу сочинить песню? Дело в том, что я брожу по горам в поисках вдохновения для своего будущего шедевра. Я слышала, что на вершине горы живет огромное чудовище. Представляешь, один пьяница у трактира, матрос на мели, сказал мне, что она утащила его возлюбленную. Подумать только, я уверена, впереди меня ждет потрясающая история, которую я положу в основу своей баллады. Вот только у меня не получается разбить эти дурацкие камни, что мешаются на дороге. Не проблема. Observe. Эти кристаллы тоже можно разбить. Отлично. Вот это да! У тебя... они набивные, я понял. У тебя получилось! Невероятно круто! Возможно, ты сможешь вдохновить меня на мой будущий хит. Слушай, если ты не против, я могу вас составить ее компанию в путешествии. До скорого. Да, скорого. Это кристаллы набивные просто. Погодите. Я уверен, что сейчас, покушав супчика, мы сможем узнать еще больше секретов. Ну, хотя, в смысле, больше секретов. Я точно знаю, что там был красный камень у... Так, в моей жизни больше не будет любви. Это твою девушку утащили, я понял. Так, кальмар, расскажи-ка мне. Каждый день по себе становится все больше, должно быть, прознали о моей восхитительном супе из рыбьих голов. Многие из них спрашивают меня: «Эй, Джей, дружище, что это за прелестный головной моллюск у тебя на спине?» Я честно отвечаю, это рюкзак, который я сшил сам своими человеческими руками из старого брезента. В этом мне помогли мои умелые большие пальцы, которые, конечно же, у меня есть. Это производит на них неизгладимое впечатление. Теперь могу ли я приготовить для тебя мой суп? Да, пожалуйста, Джефферсон. Отлично. Один вкуснейший обед сейчас будет готов. Я обожаю готовить еду своими пальцами млекопитающего. Пофиг на палочки. А теперь я вам кое-что расскажу, пока вы наслаждаетесь пищей. К западу от кладбища за камнем есть проход. Но чтобы открыть его, потребуется недюжинная сила или взрыв. Я слышал, что в промозглых подземельях есть треснувшая стена, за которой прячется секрет. Возможно, если воздействовать на стену большой силы, получится открыть проход, знаем такое. Король лягушек затопил земли на востоке, с тех пор во многих постройках нет хода. Но в одну из них можно попасть, если пустить горящую стрелу через каменную арку. А вот это интересно. Это все, что я знаю. Если пустить стрелу через каменную арку... Знаете, что я сейчас предлагаю, ребят? Я предлагаю сейчас... Конечно, нам потом туда наверх надо будет сходить, все дела, но... Я предлагаю сейчас вернуться в джунгли. Там у нас точно была парочка мест, в которые нам нужно сходить со взрывом. С которым мы не сходили. Так, нет, это выключит. Я путаюсь тут у нас. Хорошо, аккуратненько. Нам вообще, по-моему, сюда и вот сюда сейчас. Не знаю почему, но вот с этими всеми лестницами у нас в офисе очень все запутано. Это подземелье грибов-то мне не надо. Затопленная крепость. Руины? Вроде здесь. Ну, как минимум вот это. Не знаю, куда меня это приведет, но мне сюда надо. А, вот. 100 экспы, здравствуйте. Вот эта щель в стене, которую можно разбить. Обязательно надо сюда зайти. Так, это... Опа! Вот так вот сделаем. До свидания, дядя. Что-то прибежал сюда, что-то мне угрожает тут. Вот, не достал. Кстати, 800, блин! Ну ладно, мы в любом случае будем еще возвращаться. Вот, здравствуйте, в офис. И прокачаемся. Это не проблема. Тут семечко? Зачем я здесь? Что это за место?
Здравствуй, экспа. 900. Вообще отлично. А что тут? А, серьезно? Моя твоя понимать. Хорошо. Ой, тут хпшечка. Мы тут ворона находили. Хорошо, этот секрет я понял. Как мне попасть к красному храму? Мне нужен еще один красный камушек. Он мне прям необходим. Вот для чего этот выход, чтобы я долго не мучился. Можно было... Ну ладно, теперь все обретает свой смысл. Меня интересует... Сейчас, ребят, я найду, потом вернемся. Ладно, я уверен, что тут есть еще секрет. Я там нашел еще одну дверку, но она вела сюда же, просто с другой стороны. Там я точно видел красный храм. Пока не могу понять, как к нему добраться. Не хочу просто слишком много на это время тратить. Так, туши. Душа у нас числится, кстати. Хорошо, нам даже не обязательно ее относить. Было бы хорошо все-таки найти красный храм и все-таки докинуть себе еще одну магию. Но так уж и быть, пока что остановимся на том, что у нас есть. Прокачаем себе скорость. Снизить время перезарядки уклонения. Супер. Что еще хочу сделать? Я, наверное, походил бы еще... Это у нас куда? Затерянное кладбище. Как раз он там говорил, за затерянным кладбищем вроде что-то есть. Но опять же, говорю, весь этот бэктрекинг, я этим всем займусь, наверное, за кадром. Этих ребят мы уже с двух ударов просто убиваем. А, стоп! А разве... Точно, у нас же был вход. Что нас там преграждало? По-моему, как раз стена, которую нужно было взорвать. Ну-ка. В какой? В позапрошлой серии сюда ходили. Было интересно глянуть на все это. Этих ребят я не буду трогать, потому что нам сюда. И этих ребят я трогать не буду, потому что нам сюда. Ой, привет, цветочки. Это мы все уже открывали, делали. А, да, это зажечь надо было. По-моему, как раз взрыва нам не хватало, чтобы пройти дальше. Мы еще такие развернулись, такие, а, ясно, понятно. Не в этот раз. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, тут нужен и взрыв, и перемещение. Ах ты ж. Ладно, погодите. Пойдем-ка мы с вами душу отнесем. Я не знаю, насколько это важно. Ну, давайте отнесем, пусть будет. Я думаю, что можно было потом принести две, ну ладно. Еще одна блистательная победа. Твоя отвага и рвение восхищает... Твоей отвагой и рвение восхищает меня, птенчик. Я не стану повторять, что брожу здесь уже долгие годы, но смог достичь столь малого в сравнении с тобой. Благодаря тебе, старый ворон, впервые за долгие годы обрел надежду. Еще одна душа великана, и мы сможем открыть врата смерти. Тебе лучше пойти на запад. На вершине горы ты найдешь древнее чудовище, которому тысячи лет. Я понял. У меня такое ощущение... Так, во-первых, мы точно знаем, что наш босс что-то скрывает. По той причине, что ведьма нам сказала, что типа ваш босс, он же сам заключил контракты. Но также у меня стойкое ощущение того, что... Вот, это вот, вот этот вот ворон, он будет нашим финальным боссом. Сейчас я через ведьму пройду. Тут проще, тут дверь есть прямо на входе. Где? Кстати, была же дверь на входе, вы чё? Блин, ладно. Так вот. Да ты издеваешься. Что, блин? Ты кто такой? Ой! Ай, блин!
Он... Нет! Что это за место такое? Я тут ни разу... Это что, какой-то челлендж? Еще раз, конечно, еще раз. Я могу в него стрелять? Жадничаю. Да блин! Да хорош! Ладно, давай еще раз. Вот это заклинание, которое он читает, которое меня останавливает, это очень интересно. Погодите, что это за челлендж? Есть такой же, наверное, и на взрыв? Жадничаю. Отойди, отойди, отойди. Все, 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 норм. Я вот эти штуки, я же их отбивать не могу, правильно? Да блин, он меня... С разворота достает. Я могу по нему вполне стрелять. Почему этого раньше не... Ох ты ж, блин! Ты таким раньше не занимался, дружище, ты чё? Она еще и прыгает, прикинь, это туша. Конечно, еще раз, вы чё? Да ну... Ясно, понятно. Не, ну это бесполезно. Ладно, ребят, погодите. Есть! Получилось. Сложный засранец, очень сложный засранец. Не знаю, как так-то. Вы победили безмолвного слугу, и его энергия души добавлена к вашей. Теперь заклинание огненный шар сжигает большее здоровье у врагов с течением времени. Cremation. Неплохо. Вот этого раньше точно не было. Это я могу сказать просто с 200% уверенностью. Мы сюда не приходили. Интересненько. Дайте мне чертову дверь. Видите, оно улучшилось. Блин, оно теперь желтым горит. Значит, подобную штуку можно... Значит, подобные улучшения можно найти для всех наших вещей. Вот это очень красиво. Так, все. Дайте мне дверь. Я уже пойду отсюда. Я вообще, в принципе, пошел сюда, потому что тут вроде как... Короче, тут вроде дверь недалеко есть. Ага, сейчас. Кстати. Нет. Наверное, имеет смысл сделать полный бэктрекинг, когда у нас будут уже все умения. Потому что сейчас мы частенько сталкиваемся... С тем, что у нас не хватает еще умения перемещения между столбами вот этого. Так, где эта чертова дверь уже тут? Вот тут она должна висеть, да? Вот она. Все. Значит, нам правильно, нам сейчас нужно... Нам сейчас нужно... Пойти... Да, наверное, через кальмара. Там мы открыли себе как раз проход дальше. Посмотрим, как это все будет. Мне теперь стало еще интереснее найти, собственно... А экспы нам... А экспы не очень отсыпали. Нам просто улучшили заклинание огня. Кстати, теперь есть больше смысла с ним ходить. Оно, кроме того, что было хорошее, так стало еще лучше. Так, вроде посерединке. Да, посерединке. Отлично. Побежали дальше. Матрос на мели! Хорошо, хоть не матроса замели. Пойдем наверх. Раз уж мы расчистили себе дорогу, мы можем себе позволить такую роскошь, как пойти вперед к западу от врат. Спасибо. Итак, чудесная история о возвращении любимой девушки. А, какое интересное местечко. Нам бы туда попасть. Было бы хорошо. Семечко. Я заберу, спасибо. Я не побрезгую. Секретики.
секретики, они такие. Такие секретики. Там внутри больше ничего нет. Только рычаг. Уи-и-и. Так, теперь мне нужно с разгону туда шарахнуться. Да ладно, не попал. Есть. Ну-ка. Да, здесь. А что здесь? Храм? Красный. Да, ну хорошо, таким образом мы себе магию улучшим. Суперски, спасибо. Древний алтарь. Если бы я предполагал, то я бы сказал, что у нас будет два улучшения жизни и два улучшения магии. Типа до 6. Теперь у нас всего по 5. Я же сказал, что интересное место, а? А? Вот оно, как оказывается. Так что я думаю, что нас ожидает еще 4 кристалла того, еще 4 кристалла того. Как минимум один красный кристалл находится у лесных жителей. Потому что я видел храм, но пока что еще не пытался к нему добраться. А, опять секретики. Да ладно, ну а где же секретики? Обидно было. Я же увидел этот проход. Я думаю, что... Да, это проход туда, куда нам надо. Тогда я бы хотел туда еще сходить. Хоп, хоп. Знаете, в чем прикол? Почему я не летаю? Я же ворона. Что это за место? Почему оно... Нет, погодите, тут не все так просто. Тут не может быть просто башня. С этим надо что-то думать. Я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, то мы не знаем, что это такое. Ладно. Так, сюда мы заходили, туда заходили. Ну хорошо, пойдемте. Я думаю, откроем там сейчас врата в начале. Еще меня очень сильно интересует оружие, которое зонтик. Типа, которое... А как тут меч достать? Ладно, так вот, в зонтике написано, что урон у него не очень, но оно всегда защитит вас от дождя. Хм. Где мне это может пригодиться? А, ого. А это у нас, видимо, будут шорткаты, да? Ну, врата, потому что здесь. Где они находятся? Давайте посмотрим. Крепость. Матрос на мели. Это все там наверху находится. Интересно. Интересно, хорошо. Ну, пойдемте. Привет еще раз. Надеюсь, не против моей компании. Похоже, чтобы попасть на вершину горы, нам придется пройти через старую крепость. Мне сказала нам, я имел в виду тебе. Я останусь здесь и поразмышляю над текстом моего будущего хита. Да и знать, если найдешь путь наверх. Спасибо, блин. Ну хорошо, я уже вижу место, куда можно упасть. Я так понимаю, что там нам показали механики, как тут будут открываться двери. Типа, найди 4, ударь. И тебе все... Ох, елки-палки, сколько тут всего. Тебе все откроется. Здравствуйте. Вот отсюда мне надо будет упасть, да? Чтобы, скорее всего, сюда пройти или... Да, то есть сюда я пока что никак не попаду. А вот сюда вот вполне.
Ну, с перекатом надо, блин. Ну, это бесит, там чуть-чуть не долетаешь. Вот этот момент реально. Почему нельзя в падении? Почему именно в перекате нужно? Потому что вот так вот, понимаете, начинаешь делать с перекатами, получается криво. Да ну хорош! Наконец-то. Это заняло гораздо больше времени, чем следовало. А, у нас... Ага. Да, то есть, во-первых, прийти к спуску собрать, а во-вторых, нам туда. Хорошо, опять сейчас туда прыгнем. Хорошо, пойдем. Как минимум в одном местечке мы побывали. Но нас ведет дальше. Но я думаю, нас ведет туда к центру, что ли? А, нет. Сейчас, блин, к центру. Тут какое-то что-то прям интересное. Я тут даже не был еще, кстати. Фига себе, катакомбы. Шлем! Древнюю корону. Если к ней прикоснуться, создается ощущение, что когда-то в ней теплилась жизнь. Это интересный артефакт. Древняя корона принадлежала первому лорду врат. Лорды состоят из чистой энергии душ. Их тело имеет форму лишь благодаря доспехам, которые удерживают их душу в этом мире. Доспехи каждого из преемников кует предыдущий лорд, используя в работе только природный металл. Но до сих пор создание первого лорда остается загадкой. Ну, типа, да, кто его тогда создал? Снежные врата. Ну, тут надо 4, видите? Живой жнец. Мне нужна энергия. Да, да, знаем. Знаем такое. Ой, семечко. Как я раньше не заметил. Ладно. Заберем. Тебе нужно 4 душа. Душа. Духа. Эти штуки, они не разбиваются. Хорошо, что они не разбиваются. Они красивые. Я не хотел бы их разбивать. Так. Вот это, вот это. Сюда мы ходили изначально. Мне интересно, что находится наверху. Внизу вроде проходов не наблюдается, никаких. Была вот эта секреточка двойная, мы ее прошли. Опять по этой лестнице, я себе тут уже ноги по колено стоптал. Так, хорошо. Раз. Два. Ты шутишь, да? Спасибо. Двойной лазер, вы серьезно? Я думал, там просто на скорость прокувыркаться, а потом фиг. Так, розовый ключик подобран. Чему бы он? А сюда как попасть? Там вроде ничего нету. Не, там проход какой-то есть. Вот это хочу. Но это я сейчас не получу, это я знаю. Это мы перед боссом получим силу передвижения. Вот второй розовый ключик. И сюда мне надо. Ну, это как минимум сюда. Угу. Так. А тут что? О, а тут я смогу в секреточку кувыркнуться, да? У меня такое ощущение, что я вот эти семечки... Абсолютно зря экономлю. Давайте сюда еще гляну, что тут. Секретка, секретка. А, там еще и проход. Блин, тут запутано. И, кстати, заметьте, тут... Я думаю, секретка сюда, кстати, приведет. Тут абсолютно нету врагов пока что. То есть загадки загадками. Да, лазер был неприятный. М?
Но кроме неприятного лазера, вроде как ничего. Угу. Да, как я предполагал, это здесь. Еще соточку получили, красиво. А что тут тогда за места, если там... О, здравствуйте, арена. Вот просто так взять и лицом схавать снаряд. Какая-то снежная абракадабра. Гори, тварь! Ай, да блин! Да хорош! Он взял просто... А, нет! Сгори, железо, кусок! Но от него потихонечку отлетает. Есть, он догорел. Отлично. Ну, пожалуй, для этого я и побеждал того упыря. Ну, потому что реально, вот это горение, оно сейчас помогает очень хорошо. Спасибо. Но оно наносит лишние там 2, 3, 4 урона, как бы то ни было. Будьте покойны рядом с бывшими лордами. Наверное, кто-то пощадит за честь. Для меня же это трагедия. Первая душа. Ну, здоровски. Я что-то не ожидал, что я вот так опа и возьму, к душе попаду. То, что у меня две хпшки, меня не очень устраивает. А, кстати, врата внизу, точно. А тут что? Ну-ка. Здесь покоится лорд-замучник. Первый лорд врат, который заключил сделку со смертью. Его наследие неоценимо, и его власти нет границ. Хладнокровный правитель, блюдущий закон и порядок, он укоренил свою власть и заложил основание зала врат. А, у меня нету. Теперь есть. А, серьезно? 4 таких надо зажечь. Понял. О, ну-ка. Здесь покоятся наши останки. Останки лорда врат. Я тот, в чью честь назван этот склеп. Лорд-замочник. Мы, лорды врат. Аномальное явление. Ошибка вселенной, если можно так сказать. Но разве это не идеальное определение самой сути жизни? Ошибка вселенной, что живут и здравствуют. Существование, которое обрело разумную форму. И сохранение этой разумной формы и есть самая важная и благородная цель. Понял тебя, дружище. Хорошо. Дальше без этого скилла я не пройду. Тогда вот что я предлагаю. Раз мы до определенного момента продвинулись, там мы можем открыть вот эту дверку. У нас есть ключик. И насколько нам намекает, что мы этот скилл все равно скоро получим, потому что ну, очень уж много его тут надо. Мы еще туда не ходили. Нам есть куда сходить, но пока что я, наверное, сделаю вот так. На этом серию будем заканчивать, потому что... По хронометражу подходит, но нас ждут очень интересные события впереди. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.